Виталий Евко – профессионал с большой буквы, и это он доказывал всю свою жизнь на деле, пройдя большой путь от электромонтера до директора МУП «Канский электросеть Сбыт». Всегда вежлив, всегда приветлив и со скромной улыбкой на лице. Таким он остался в памяти коллег, которые до сих пор не могут поверить в случившееся. Для нас это была очень большая неожиданность, такая смерть, скоропостижная, скажем так. То есть все в шоке, до сих пор, если честно, не верится, что он не будет уже у нас, присутствовать на планерке в нашем тесном, семейном, не побоюсь этого слова, коллективе. То есть мы многие знаем друг друга, семьи знаем друг друга, общаемся, на какие-то праздники стараемся вместе. Это частичка нас, не только нашего коллектива, но нашего сердца, скажем так, ушла. Поэтому... Многолетний опыт работы в сфере энергоснабжения Виталия Сергеевича отмечен заслуженными наградами на городском и региональном уровне. Неоднократно он их получал от губернатора края, законодательного собрания, а также главы Канска и городского совета. Виталий Евко по-настоящему любил свою работу. Все никак не могли собраться сделать этот участок. И наконец-то в этом году свершилось. Мы этот участок сделали. В рамках празднования 70-летия Победы наше предприятие проводится подготовка. Осматриваем линии, чистим светильники, меняем лампочки, подправляем, где надо, опоры, столбики. В центральной части города, на площади, например. Так, каждый год мы меняли частично светильники, а в этом году провели полную замену. «Светить всегда, светить везде» – эти строки из стихотворения Маяковского могли бы охарактеризовать Виталия Евко как человека. Но лучше всего это сделает его любимая женщина. «Он был для нас поддержка и опора, надежное, сильнейшее плечо. Не думали, что он уйдет так скоро. В душе так пусто, одиноко без него. Теперь мы точно знаем, он свободен. Парит над тленным где-то высоко. Наверное, туда, куда уходят души. Направили его, чтоб стало там светло. И все добро его большого сердца останется здесь с нами навсегда. Мы любим тебя, помним и гордимся. Теперь на небосводе ты вечная звезда».